Сегодня мы с моим любимым этим гусем поиграем. Короче, мы будем играть с моим гусем в Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Ну что ты сидишь? Что ты бегаешь? Мы играть будем с тобой. Кстати, вот надо придумать ему имя. Например, назову его Гошей. Здорово, Гош. Да, это Гоша. Гося. Гоша. Так, ладно. Когда загрузится, то видео начнется. Опять извоюкался, блин. Ты хочешь опять захватить мой комп? Ладно, неважно. Что ты делаешь? Что ты хочешь? И что я тебе такое сделаю? Так, Майнкрафт. Ты просто хочешь играть, да, моим курсором? А ну вытащил. Да. Ты, блин. Слышь, Гоша. Ладно, давай с тобой играть теперь. Майнкрафт, ты готов? Блин. Ну и хорошо, играем. Вот так вот. Как тебе новый мир, блин? Тут овцы. Давайте добудем сначала дерево. Гош, ты куда идешь? Добыть сначала дерево. Куда ты идешь, блин? Гоша, ты что? Уже больше не хочешь играть? А нет, что ты делаешь? Что? Так, что он написал? Ой, спасибо, блин. Ладно, создам. Но сейчас некогда мне создавать. Всё. Блин, мышка. Да блин, извини, ну надо. Что ты делаешь? Майнкрафт, ты что, совсем что ли? Ты что? Мы так с тобой играть не будем, ладно. Кстати, скин нуба. Раз, да, та. Нужно еще дерево немного порубить. А нет, такое не будет вместе. Да, не будет. Ладно, давайте закрафтим верстак. Ставим сюда так. Сделаем палки. Сначала меч нужен. Нам нужно сначала меч. Что ты там мне ищешь опять? Это ты так себя чувствуешь? Все. Блин. Да блин, не надо. Майнкрафт так залагает из-за тебя. Да хватит. Голова кружится немного. Ты что, совсем... Ладно, сделаем кирку. Нужно сначала... Что здесь? Сначала нам нужно построить дом. Тут учить Гоша, как нужно строить дом. Но обязательно еще немного нужно... Иди отсюда, вокруг. Так. Что ты там уже идешь? Ну спасибо, опять избаюкался. Чумазый, блин. Кто тебя воспитывал? Гоша, не знаю. Ой, блин, дурацкий.
Гоша, ты куда пошел? А ну вернись. То так ничего из-за тебя не построим. Так, обязательно верстак надо убрать. Поставим потом верх. А чё я не думал, что мне надо кровать скрафтить? Какой сегодня день, блин? Давай сюда. Мясо, блин. То есть не мясо, а шерсть. Ну, обязательно еще. Мясо мне нужно. Но чтобы скрафтить кровать, мне нужно 3 шерсти. Так что убьем 3 обычные. Все, спасибо. Еще один нужен. Гош, ты шо? Да не, не надо! Да блин, не нужно мне это все. Оп, оп, отстань. Вот. Теперь можно спокойно скрафтить кровать. А можно так, кстати, а можно покрасить кровать, кстати. Да, одуванчиком невозможно покрасить, красителя нету. Так, покушаем. Что ты там опять делаешь? Я гусь Хеджонг. Я тебя и так называл Гошей, так что не придумываю себе новое имя. Но имя хорошее. Короче, ты Гош. Не хватает еще одно деревце. Так. Да что ты там уже опять нашел? Блин, свинья. Давайте ломаем. На-на-на-на-на-на-на. Что ты тут делаешь? Пошла вон отсюда. Все, уходи. Дурацкий гусь. Что ты там делаешь? Главное, что ты вытерл за собой. Спасибо. Да. Да мне не нужен. Я еще огород не сделал. Чтобы к себе. Так, хорошо. Через что я буду залазить? Лазить. Залезть надо, чтобы построить крышу. Что ты... Гоша. Гоша. Да, ребята, я назвал его Гошей. Только непонятно, чем он занимается. Он принес какой-то мел. Или что это? Да, хватило. Да блин. Главное, что сейчас... Гоша, куда ты опять уже пошел? Да я понял, что уже ты гусь Хеджонг, но ты Гоша. Так что не спорь со мной, Гоша. Тем более осталось еще немного для того, чтобы сделать
Вот так вот, все. Обязательно кровать. Без нее я буду спать. Что здесь происходит? Гоша, хватит уже. Ты что, любишь Майнкрафт, что ли, умеешь? Эх ты, Гоша, Гоша! Пол почти доделал. Да, еще одной древесины не хватило. Еще немного нужно. Да, я немного сломаю дом, ну, досками. Все. Что ты, блин, принес? Кстати, что ты написал? Надо ансдас. Извини, сложно писать ногой. Кстати, а что тут? Давайте прочитаем в Гугле, что это. Что ты там? Давай узнаем, что ты написал. Переводится как переводится фит. Ты шо, блин, себя нарисовал? Ладно. А, ты надоел, Гоша. Займи себя другим чем-то. Вот, например, я построю себе талисман. Вот такой. Все, в принципе, еще не надо. Нужно еще добыть камень, чтобы печку себе сделать. Так. Добываем камень. В принципе, пошлите крафтить. Блин, я забыл уже дверь сделать. Хорошо. Да ё-моё! Что ты несёшь там, Гош? Да, я знаю, как ты любишь приносить свои анимации там. Короче, пора спать. Все. Вообще-то, ладно, так, я понял. Не спорим больше с тобой. Две нам не нужны, чтобы дверь сделать. Блин, я случайно печку. Так. Понял теперь, как надо крафтить дверь, Гош? Что ты там опять несешь? Хватит приносить мемы, уже достаточно. Все. Восстановлен дом. Идем дальше копать. Что ты тут делаешь? Ты тоже хочешь копать? Ну, кстати, вот ты. Так. Шо, Гоша? Так. Блин, где здесь уголь? Ладно, так уже неудобно мне. Да хватит уже с такими, блин, приносить.
хватит. Да, спасибо. Голова кружится. Хватит. Все. Джон, хватит. Да нет. Нет. Что ты делаешь, блин? Совсем уже слетел. Кстати, мне нужен обед. Кстати, хватило мне. Все. Гоша, хватит воюкаться уже. Извоюкался уже опять. Кстати, мне же нужен этот палки, чтобы сделать. Вы все. Все, каменную кирку я сделал. Понял теперь, как надо крафтить? Надеюсь, понял. Да блин. Что ты там опять принес? Я знаю, что что ты хочешь, чтобы я это расшифровал, но я не знаю. Да ё-моё, мне не нужен этот блок. Ладно, тем более Гоша уже понял, как надо играть в Майнкрафт, поэтому видео уже, в общем-то говоря, уже заканчивается. Хотите еще, чтобы я снял вторую часть, как мы играем с Гошей в Майнкрафт? И тем более ролик уже длится где-то уже 17 минут. Что ты там опять увидел, Гоша? Ладно, все.